Привет, мой друг! Сегодня мы отправимся в лес, в гости к лесным зверятам. А ты знаешь, что все они оставляют за собой разные следы? Давай угадаем зверей по их следам. Как ты думаешь, чьи это следы? Это следы медведя. Смотри, какие следы! Кто их оставил? Точно! Это волк. Ты очень внимательный. Попробуй отгадать, кто оставил эти следы. Верно, это лиса. У тебя все получается. Угадай, кто это пробежал и оставил свои следы? Это заяц. Ты молодец. Интересно, а это чьи следы? Это следы кабана. Ты угадал? А это чьи следы? Здесь прыгала белка. Здорово у тебя получается. Как ты думаешь, кто может оставлять такие следы? Это олень. Верно. Ух ты! А это чьи следы? Это ежик. Конечно. А это кто наследил? Здесь свои следы оставил лось. Ты очень внимательный. Интересно, а здесь кто был? Точно, это же рысь. Теперь ты умеешь различать зверей леса по их следам. Благодарю за игру!